Общественная и политическая жизнь, быт и реальность вокруг происходящего. В Мариупольском центре современного искусства имени Куинджи открылась выставка карикатур. Автор – украинский художник Сергей Семендяев. Его работы можно увидеть в журналах, газетах Украины и России. Автор карикатур по специальности – художник книги, родился в Бердянске. Сейчас сотрудничает с известными украинскими и российскими издательствами. Его многочисленные работы украшают страницы киевских газет и журналов. Рисунки можно встретить и в юмористических изданиях. Он прекрасный карикатурист, об этом говорят участие его во многочисленных международных выставках. То есть и Габрово знаменитая, и Германия, и Испания, и Италия, то есть почти все европейские страны, и он дипломантом многих этих конкурсов является. Его знают не только в Украине, России, Беларуси, то есть в странах ближнего зарубежья, но прежде всего за рубежом.